привет. Сегодня утром увидели в окошке охотников. Сейчас мы вам покажем. Смотрите. Охотники. Охотники. Откуда они здесь? Не знаю. Видите? Да. Где? Смотрите. Гулять. В каком камуфляже. Гулять. Пошел. С ружьем. Так сразу и не заметишь. С собакой. Да. Где там собачка? Не знаю. Мне не видно. Пойду посмотрю. Куда пошли? Охотиться. Охотиться. На селку. На кого пошли охотиться? Не знаю. Все, ушли с собакой, да, даже? Да. Может, на лисичку? Да. Да. На лисичку. Да. Ну, лисичка, она страшная. Страшная, она может съесть. Кого? Охотника. Да, а у них ружье есть. Да. Угу. Ну что? Будешь посмотреть? Да. Где они? Где они? Ушли. Ушли? Да. Пошла тут. В лес? Ушли. Нет. Пошла тут. К бабушке. К бабушке пошли? Да. За яблоками? Да. Угу. За собачки? Да. Зачем? Собаки не едят яблоки. Да. Не знаю, кого там нашли охотники, но у нас здесь постоянно... Вот, слышите? Слышите, да? Где-то там в лесу, они пошли в лес и, по-моему, гоняют лису. Лису в лесу. Со свистками. Очень интересно. Так, ладно. Как-то прохладненько. Все, мы заходим. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Да. И всем до новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока.